День Героев Отечества отмечается с 2007 года. Празднование Дня Героев – это не только дань памяти великим предкам, но и чествование ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В Славянском районе, как и по всей Кубани, прошли патриотические мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. Мы побывали в 16-й средней школе имени Героя России гвардии майора Сергея Геннадьевича Таранца, где прошла торжественная линейка, посвященная Дню Героев Отечества. Ребята вспоминали нелегкие, но славные страницы истории 20 века, годы Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления народного хозяйства, расцвета нашей науки и техники, самым ярким свидетельством чего стал первый полет человека в космос. Они рассказывали стихи обо всех этих волнующих событиях. В суровые годы великих сражений советские люди планету спасли, но шрамы тяжелых военных ранений навеки остались на теле земли. Имя Героя России Сергея Таранца присвоено 16-й школе, выпускником которой он был. Участник боевых действий в Чеченской республике, майор Сергей Таранец проявил мужество и самоотверженность. Ни один праздник не обходится без воспоминаний о его подвиге. С огромным уважением здесь относятся и к памяти других героев. С начала октября каждый класс начал выбирать себе героев, чтобы больше знать о их подвигах, на их примерах, чтобы вырастали такие же патриоты своей родины. На торжественной линейке учащиеся рассказали о жизни и деятельности достойных сынов и дочерей нашего Отечества. Один из них – герой России Сергей Солнечников, который пожертвовал своей жизнью и спас подчиненных ему солдат при взрыве боевой гранаты. Офицер совершил подвиг, и имя его не должно быть забыто. 11-й школе хутора Маевского в этом году было присвоено имя Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко, чья послевоенная жизнь тесно связана с этими местами. Фронтовик, беззаветный труженик, орденоносец, он служит прекрасным примером для подрастающего поколения. Недавно в нашей школе присвоили имя Героя Пархоменко Николая Кирилловича. Наша школа выбрала именно этого героя, потому что он полностью прошел Великую Отечественную войну и после войны был председателем колхоза Маевского поселения. Директор школы, выступая на торжественной линейке, подчеркнула, что право увековечить имя Героя Советского Союза – это большая честь для школы, и она должна своими успехами все время показывать, что достойна этого славного имени. Теперь каждый наш поступок будет не только нас характеризовать, но и должен не запятнать имя человека, чья жизнь была непростой, но яркой и героической. Славными делами, честными словами и добрыми помыслами мы должны подтвердить свое высокое звание казачьей школы имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко. Затем школьники от первоклассников до выпускников выступили с рассказами о биографиях и самых ярких событиях из жизни замечательных людей. Среди них были имена легендарных летчиц, прославленных фронтовиков, прекрасных тружеников. Ребята хотели бы, чтобы их классы носили эти героические имена. Юношеству, обдумывающему свою жизнь, очень нужны нравственные ориентиры. И они их находят, беря пример с лучших из лучших. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».